Итак, рекорд Украины. Ваня Шунявский, привет, дорогой. Как ты смотришь на это все действо? Что ты скажешь? Ну, я скажу, что где-то в 500 метрах отсюда расположены колонны с военной техникой, и люди там голосуют против войны. А я говорю, что нужно делать все, чтобы был мир. И вот перед вами такая организованная акция, рекорд по одновременному количеству людей, делающих массаж. И я считаю, что это самое большое скопление добрых людей, инициативных. Именно вот это вот нужно сейчас развивать, прививать к людям, чтобы они дарили свою улыбку, делали друг другу массаж. Вот, пожалуйста, приобщайтесь, давайте будем в удовольствие развлекаться. Молодец! Ну, вообще прекрасное действие. Сейчас... Вот, с Ванькой. Очень приятно, что все сегодня собрались. Это инициатива очень хороша. И спасибо всем, естественно, что рекорд мы уже поставим, потому что очень много людей собралось. Поэтому спасибо всем, ребятки, мы с вами, вы с нами. Привет, привет, дорогой. Как дела? Вы знаете, я хочу сказать одну вещь. То есть, массажист – это очень уникальная вообще профессия. Потому что, вы знаете, кто-то работает с телом человека, кто-то работает с душой. Массажист – это дизайнер жизни.